Привет, друзья! Давайте поговорим о наркотиках. Да что такое наркотик? Наркотик – это то, без чего мы не можем обойтись. Конечно, наркотик. Но человек покупает машину, да, ездит на этой машине, эта машина для него счастье, наркотик, да. Он садится в нее, включает музыку, там рок, а рядом какая-то интересная женщина еще садится, и он кайфует. Это тоже наркотик? Конечно, наркотик. И когда человек такие общеизвестные наркотики принимает, да, он же чувствует себя лучше, правда? Вы видели, как наркоманы ходят? Все в движении, да, они все чем-то заняты, у них такой бодрый шаг, они, да, простой работяга с Путиловского завода так не ходит, да, он как-то... А тут они все там в движе. Так вот, картошка – это тоже наркотик, потому что мы не можем без нее обойтись. Понятно, не такой наркотик, может быть, немножко такой наркотик, но наркотик. Мы не можем обойтись без картошки. Ах, это жареная картошечка, да, а еще с колбаской, а еще под водочку с пивком, ой, с котлетками. Картошка – страшная вещь. Первое – крахмалы. Быстро растворимые крахмалы, нормальные, там сахара больше, чем в тех конфетах, понимаете? Мы в количестве каких едим картошку, как жарим, да, такую прямо вот, чтобы сесть и треснуть. Вредно картошку, вредная. Она настолько вредная, что вы даже себе не представляете. Вот я Насте недавно рассказывал, когда я был в армии, вот тебе понравилось то, что я рассказал по поводу хлебзавода? Да. Ну, мы с солдатиками, нас послали там что-то убирать на хлебзаводе. Мы, конечно, под конец всего вот этого вот напились водки с булочками. Я поэтому этот день помню до конца, запомню до конца своей жизни, потому что ужасное было состояние. Но не в этом дело. Так вот, мы там были несколько дней. И такого количества вот таких вот толстых женщин я не видел. Ну, естественно, мы в силу своей, так сказать, умственных способностей решили, что они кушают, значит, хлеб, поэтому они, значит, ну, они все одинаково толстые, ну, прям вот такие. Ну, и когда вот сидели, что-то разговаривали, говорим, что вот, не, говорит, мы хлеба вообще не едим. Но на это все работаем, мы даже вообще не притрагиваемся к хлебу. Ну, а что в основном кушаете? Картошку. Белоруссия. Минск. Под Минском этот завод. Картошка – основная еда. То есть сильно человек поправляется. Плюс к этому яд, который находится, соламин, кажется, я не помню, как он называется, то он, этот яд кожуры, он внесет в списки Федерального бюро расследования как токсичный яд, который используют террористические группы. Соланин или соламин. Что-то такое, да. Не суть важно. И мы едим эту картошку, едим, и не можем от нее отказаться. Самый счастливый день в моей жизни был, когда мы с Настей отказались от картошки. Поэтому я никому не навязываю. Кушайте, ребята, с солеными огурчиками, да с... как этот горел шарап, супчику, да с потрошками. Но я считаю, что это вредно, от картошки поправляются. Поэтому отменяем картошку, я отменяю для себя, а вы как считаете нужным. На сегодня все.